Меня зовут Александр Шиллинг, и в данном видео мы поговорим с вами об основных типах данных языка PHP. Первый тип данных – это целостные числа, или по-английски integer. Задаются они всегда вот так и никак иначе. То есть не нужно делать здесь двойных кавычек, иначе это будет уже другой тип данных, о котором мы поговорим позже. Следующий тип данных – это число с плавающей точкой. Задается оно, допустим, вот так, 10.56. Стоит заметить, что здесь нужно поставить точку вместо запятой. Следующий тип данных – это строковое значение, или по-английски string. Его нужно помещать в двойные кавычки. То есть, допустим, мы создадим новую переменную и ей присвоим текстовое значение, какое-нибудь, допустим, «Привет, мир». Следующий тип данных – это логический. Он возвращает всегда два значения. Значение «истина» по-английски «true» и значение «false» – «ложь». Создадим новую переменную и присвоим ей значение «true», то есть «истина». Если мы здесь напишем «false», то это будет… Так, стоп. «False». То это будет «ложь». Последний тип данных, который мы рассмотрим в данном видео, это тип пустой или null. Давайте создадим новую переменную и присвоим ей значение null. То есть никакого значения данной переменной не присвоено. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!